друзья, нас мало было в деревьях, и я хочу сказать следующее. Вот группа, которая сейчас будет выступать, лично для меня, как все остальные на самом деле тоже, конечно, главное на этой сцене, они сегодня тоже особенные, потому что вместе с релизом телевизора, проанонсированным сегодня двумя даже, вежливым отказом и гипотетической жопой аукциона, который скоро будет, сегодня еще релиз группы «Контора Пуха». Я вам сейчас покажу, и если там Ларек не закрылся, его там можно приобрести. «Контора Пуха», «Вирус джаза», новая пластинка этого замечательного коллектива, третий уже на нашем лейбле, и это, наверное, не просто так, потому что группа действительно замечательная, и пластинка получилась просто офигенная. Ребята, факты такие, что сегодня у вас есть такая возможность приобрести действительно классную пластинку по специальной цене. И сейчас послушайте это вживую хоть немного. А в воскресенье нашим подопытным подшефом в магазине «Дом культуры» будет акустическое представление программы «Вирус джаза» группы «Контора Пуха». Я думаю, это будет не менее замечательно. И поскольку я больше здесь не появлюсь, к счастью, хотел сказать спасибо всем, кто остался сегодня здесь, после того, как закончил тур. После того, как сыграл группу «Дождевая касса Усон», остались, я считаю, только вот те, кому действительно интересно то, что мы делаем. Спасибо огромное. Сергею Васильеву отдельное спасибо за то, что аукцион сыграл хорошо. И вообще, я очень рад, что все, по-моему, складывается хорошо. Если все... Приходите к нам в Дом культуры, приходите, покупайте наши пластинки, поддержите музыкантов. Мы не жирные коты и лейблы, которые там всех обирают до нитки. Поддерживайте наших музыкантов, просто ходите к ним на концерты, им это важно, приятно, и они клевые. И это самое главное, у нас клевые. Спасибо. «Контора Пуха» один. Да, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо.